Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Мы завтракаем, мама. Приятного аппетита. Смотрим, вон, что там. Что я? Мама, вон, яйца вареные. Мама захотела ливерку. Я ее тоже обожаю. А я буду есть вот морковчу, чимчи, пирожочки. Вчера самсу делала, а я хочу хлеб и вот это вот селедочное масло. Это просто атас. Это очень вкусно. Вот, сейчас буду завтракать. Саня уже поел. А. Детки спят. Утром вообще было холодно-холодно, но вот солнышко. О, выключила. Надо включить. Ребятки, всем, кто ест, всем приятного аппетита. Приятного аппетита, мам. Собралась выйти на улицу. Смотрите, какой чистенький. Смотрите, какой беленький. Вчера Саня его намыл. Басик! Басик Иванович! Глазки, смотрите, какие! Какой чистый! Розовые ушки! Розовый носик! Чистый! Чистый какой! Чистый Басюшенька! Пойдем, ты кушать хочешь? Пойдем. Пойдем. Ребятки, всем привет! Супка морковая. Ребятки, я вчера начала снимать, а потом все, я не начала снимать. У меня середины октября заболел вот здесь зуб жевательный. Потом я не поняла, у меня начал так же наверху болеть. И эта боль такая, что она отдает в ухо и отдает в позвоночник. Хотела сказать, ребятки, у меня здесь позвоночник, надо покрасить корешки, видите, уже обросло. Я в середине сентября позвонила Игорю Сергеевичу. Я говорю, Игорь Сергеевич, у меня больно, у меня болит, прям я не могу. Еще помните, я Найс пила. И сейчас, ребятки, подождите, смотрите, что делать. Стоит, выслеживает. Вот что надо. Смотрите, выслеживает, ребятки, смотрите. Что надо? Что? Сань, ну иди, пожалуйста. Проходи домой. Он жить без меня не может, видите, стоит, выслеживает. Ну, короче говоря, я позвонила Игорю Сергеевичу, говорю, Игорь Сергеевич, у меня болит, прям в ухо дает. Он говорит, Люба, говорит, есть только свободные места в ноябре. Я говорю, Игорь Сергеевич, какой ноябрь, я же тут это. Он говорит, Люба, ну, у него реально все забито, все в тетрадке. Ну, я что, давай пить эти таблетки все горстями. Ну, боль притупилась, и все, и мне же не надо к стоматологу. Ну, Игорь Сергеевич, видите как. И вот у меня вчера... Как даст вот этот снизу, как даст сверху, а еще пошло вот здесь. Хотя все пломбы стоят, ребятки, вы знаете, рот чистый, белый. Где пломбы, не буду я сейчас вам рот открывать, это же не эстетично. Вот как одна женщина написала, что она хочет увидеть, как мы какаем и писаем. Это вообще, я понимаю там эмоции, но это уже полный этот, кирдык-пердык. Нет, такого не будет, не увидите, как мы писаем и какаем, и рот я и гланды показывать не буду. Вот, и я... Короче говоря, я вчера наглоталась опять этого Найса. Кстати, не мисулит, это тот же самый Найс, оказывается. Представляете, только Найс, он импортный, а не мисулит разный. И цена чуть ли не в 3 раза дешевле, а эффект тот же. Имейте его в виду. Я себе говорю. Я напилась этих таблеток, а они, знаете, как... Они у меня уже просто чуть-чуть притупляют и отпускают. Они уже мне не помогают, эти таблетки. Вчера Леша приезжал, все, и я вот так валялась, вот так вот. Угу. В 5 утра встала, и чувствую, у меня аж вот так вот все, дух, у меня сердце вот здесь, и позвоночник, и сердце. Ну, выпила опять, а потом вырубилась, все, вот как отпустила, всю ночь болела. И вот сейчас встали, и куда ехать? Еду в нашу поликлинику. Там, говорят, тоже есть платные пломбы, вот это все, посмотрим, что это, чего это, потому что это тянуть нельзя. Я уже не... Ну, пена идет изо рта. Я уже не могу нормально хлеб жевать, не то, что там огурчик или еще что-то. Все, ребятки, я еду. Я приехала. Вы знаете, когда я прихожу к гинекологу и стоматологу, у меня начинают потеть ладошки, пальцы. У меня просто начинает трясти. Я вам говорю правду. Несмотря на то, что сколько мне лет, а когда я сажусь на это кресло, неважно какое, у меня просто начинают просто сами по себе течь слезы. У меня вот этот страх, какой-то вот непонятный страх, прям вот понятный страх. Вот у меня сейчас вот это начинается. Не до шуток мне. Ну надо же ведь. Надо, Федя, надо.
Ой. Ой, киса, кисенька маленькая моя, спаси меня. Какая хорошенькая. Ребятки, я иду домой. Все. Ребятки, у меня вот эта сторона вообще, мой язык не хочет меня слушать. Потому что мне, когда делают наркоз, или как он называется, укол вот этот, мне делают двойную дозу. Я настолько, у меня все чувствительно, что я не понимаю. Я хочу сейчас слюну проглотить, она мне тяжело глотается. Ну, я говорю, делать вообще общее, чтобы вообще ничего это не видеть, не слышать. Ну, вот поставили мне пломбы. Отойдет наркоз, буду наблюдать. И сказали, не ковырять там десну. Там что-то у меня в десне. Не ковырять, не лезть туда. Вот. Пик. Вон. Ой, ребятки, половина языка не работает, половина губы не работает. Все, я сейчас... Что-то мне надо было там в списке взять. Что мне нужно было взять? Что-то мне Саня написал. А, вот в комментариях написали, что у Ромы же шелушатся руки. Написали, витамин А в капсулах надо покупать. И вот эту капсулу прям ломать и ручки растирать, ладошки. И купить витамин А и вид. Вот. Сейчас заеду в аптеку и все это куплю, ребятки. Спасибо огромное вам за совет. Сейчас что возьму? Я в Пятерочке, виноградки спишь по 8-6 рублей. Смотрите, какой хороший. Сливу взяла по 93 рубля маме поесть. Яйца по 80. И возьму вот такие купаты. Курица по 138 свежая. Сейчас возьму. Возьму вот такие палочки. И вот это пирожное обалденное. Трюфели от Метрополиса по 209. Очень вкусные. Ребятки, дома покажу, что почем, потому что не успеваю. Надо быстро-быстро все. Я все закупила в Пятерочке, а хотела купить Роме этот. Его любимые конфеты эти, Кит-Кат, но их нет. Я сейчас поеду в магазин вот этот, Доброцен, смотрите как. И посмотрю там, я еще не была. Но я быстро. Саня сказала, чтобы он начинал варить картофельный соус, ребятки, вот так. Приехала. Сейчас я быстро бегом. Как всегда, я забываю свой кошелек. Где он? Вот он. Все. Такой магазин огромный. Смотрите, какие вафли. Красный Октябрь. Артек плюс. 70 рублей. Огромный магазин, конечно. Очень огромный. Как зашла с входа. Ассортимент такой огромный. Вообще. Горошек 63 и кукуруза 63,6 соток. Мыло туалетное 22 рубля. Земляника и лаванда. Где? А, там, ага. Обалдеть. Ага, крупный какой. Классный. А зато здесь сгущенка недорогая, суперская. Я ее возьму, коровка из кореновки. Сыр я здесь брать не буду. Что-то я побаиваюсь. Не знаю, что. Мы берем только в колбаснике. Смотрите, косичка есть и сметана. Ну, просто я бегом здесь так посмотреть. Ух ты! Только что взяла за 60 рублей в Пятерочке, 60 с чем-то, а здесь он 31. Представляете, шоколадный. Вообще. Светлогорье. Вот видите, как в два раза, чем в Пятерочке здесь вот цена. Опять возьму. Блин, надо корзину взять. Не хотела, хотела просто посмотреть конфеты и все. Да, вот чеснок 157 рублей 90 копеек. Возьму, смотрите, он какой крупный. Крупнятина. Огромный. Возьму немного. Смотрите, какие яблоки здесь просто шикарные. По 74 рубля. Ну, у нас дома есть, ну, блин, классные. Вообще. Что здесь кофе, смотрите, 389 чиба. Большая банка. Вообще редко беру вот такие всякие уже готовые специи. Но вот мне интересно вот это, что мясо по-французски. Наверное, здесь... Что здесь? Не знаю, почему. Они недорогие, 20 рублей. Все-таки я взяла эту корзинку и хочу посмотреть, что здесь. Так, вот здесь, смотрите, грибы. Почем они? По 139 килограмм. Шампиньоны.
Ножка свиная 194 рубля. Это что здесь, окорочка? Курица, кстати, здесь цена, как и в Магните, 139, охлажденка. О, ребятки, это как называется, собственного производства морковча? А? Сколько она стоит? 90 рублей килограмм. У меня здесь пар изо рта, обалдеть. Что за капуста? Интересно. 96. Не, что-то я не хочу капусту. Колбаса, здесь все практически как в этом, в светофоре. Возьму я вот такую колбаску черкизовскую. Посмотрю, что это, сервелат мускатный. По 375,90. Не знаю, килограмм или что там, палочка. Ребятки, взяла какую-то колбасу русскую. Хочу пожарить просто на масле с яйцами. Не знаю, что, какого качества, не знаю, скажу дома. Яблоки все-таки взяла. Немного, но взяла. Пожалуйста, посоветуйте, кто покупал такой же корм. Смотрите, здесь 2 килограмма 244 рубля. Можно ли, ну, едят ли ваши кошки или как? Потому что мы берем вообще маленькая пачечка, там я даже не знаю, сколько грамм, у нас уже под 400 рублей. А это я даже не знаю. Если он хороший, кто-то берет. У вас говядина есть, курица есть. И как он? У нас коты все кастрированы, можно ли такое? Я даже не знаю. Пока не буду брать. Ну, видите, как много. Еще смотрите, ополаскиватель 2-литровый, 180 рублей. Понюхала, запах приятный. Возьму попробовать. Я видела обзор Саня, когда сюда приезжал, и говорил, что это посуда а-ля Икея. Нет, ребятки, икеевская посуда совсем другая. Что-то подобие, похоже, но не такая. У Икеи не такие тарелки. Нет, нет, нет и нет. Не икеевская эта посуда. Щетка по 60 рублей, а вот это по 50. Вот это мягкая, а это пожестче. Возьму вот такую зелененькую. Вот такие губки, почем они? По 60 рублей, 3 штуки. Сито, 46 рублей возьму. Еще взяла верифламики. Вот такие. Пряники с начинкой по 70 рублей полкило. Все, ребятки, я в шоке от вот этих сырков, какая цена в Пятерочке, какая цена здесь. Взяла чек, дома покажу. Еще взяла вот такие макароны, смотри какие. Смотри, говорю, смотрите какие. Дома покажу. Но магазин суперский, мне понравился. Я приехала. Я еще зашла в красно-белое и там взяла сыр, мыр, чай, пай. Короче, китикет. Ой, китикет. Киткат нету нигде. Взяла турецкие шоколадки, как киткат. Никто не выходит. Никто меня не хочет встречать. Наверное, не слышно никому ничего. Ой, шарики еще какие-то здесь. Что они здесь? Что это здесь за глиста? Так, шо, а здесь шо? Так, и там еще. Видите, сумки как. Наверное, эти сумки сейчас, ребятки, икеевские. 1 миллиард рублей, да, стоят на аукционе. Ой. Так, еще и здесь, еще и там на переднем месте. Что никто не идет, а? Да, что за пакет? Это с апреля. Всякие витамины, витамин потом дома сейчас покажу, что купила. Идет ясный сокол. Вот видите, вы говорите, ребятки, кто-то говорил, что ты постоянно сигналишь. Вот я посигналила чуть-чуть. И вот. Привет. Привет. Чикатило. В этом, как мясоруб в этом костюме. Саня, вон, надо помочь. Я в магазин зашла. Рома, где? Зуб, ну, короче, кирдык-прыдык, я под наркозом, Сань. Понятно. Я в коме. Так, а это я. И там я не смогу, у меня еще здесь этот, тархун. Ух, землетрясение. Что-то прохладно, ребятки. Вы бы видели, где вы у меня. Вы бы видели, видите, внизу здесь сумка, в подмышке тархун. Басенька, идем домой, блудный сын мой. О, чистота в доме, красота, ляпота. О. Ой, слышите?
Фух. Так, это черная головка. Где? Я пришла. Твоя мама пришла. Колбасу принесла. Ой, доча и Арчи. Давайте проходим. Господи, я сейчас упаду. Так, идем. Сырки, мырки, нырки. Давай. Come on. Арчи Джон, come on. Мамочка, ты поела? У тебя как дела? Все хорошо. Ты покушала? Покушала. Вкусно все? Все, слава Богу. Ага, слава Богу. Я там продукты купила. Угу. Долго. Я по магазинам мам бегала. Ага. Продукты купила. Ага, ну а зуб сделала сейчас под наркозом, но кушать можно. Все, давайте, вот эта что палка. Здесь давайте бабулю поела ее туда. В зал. Губами. Да, ничего не чувствуется. Давайте, все. Ребятки, я вчера, знаете. Ой, мне вчера крышу не съела. Не вчера, а сегодня, то сейчас батарейка сядет, у меня здесь 4%. Время без 5:12. Ну вот вчера я пришла, хотела поесть, а я не могу даже слюну проглотить, вы представляете? Я ее глотаю, у меня сразу спазмы на, понимаете, да, на что? Прям так нехорошо. Какое-то состояние было, знаете, истеричное, вот реально. И слезы, и вот это вот прям трясло аж все. Вот этот вот так вот у меня первый раз в жизни, вот так этот наркоз отходил. И есть хочу, и не могу. И даже не могла чай пить. Вот чуть язык пошевельнется, а у меня там как будто что-то стоит, и вот прям вот назад все. Потом, наверное, через час... Нет, это вот через 3 часа так было после этой процедуры. Потом, наверное, часа через 4, все, я чувствую, что я хоть по чуть-чуть могу есть. Я поела все. Потом легла на кровать. У меня стал наркоз отходить. И знаете что? Я пью чай, комнатная температура. А у меня этот зуб как будто оголенный нерв. Попадает чай, и у меня прям аж больно-больно. Вот. Потом легла поудобнее. Не спать, а просто легла. И вы знаете, я вырубилась. Это было 7:00. Вот сейчас 12:00. Мама разбудила меня. Ну, мама у нас ходит со страховкой, она может, в принципе, сама встать, но я не разрешаю, под контролем. То есть она сама все встает, берет палочку, все, только еще рано самой, самостоятельно, без присмотра, то есть, не дай бог упадет. Я вот так встала и сводила маму, все, он меня все давит, на мне даже носки, вот. Сейчас попробую съесть. Смотрю, здесь виноград, здесь все это. Попробую съесть виноградик, потому что я вечером стала есть, и мне также было больно. Ну, сейчас посмотрим, что. На улице витрина сильная. Сейчас посмотрим, что с этим виноградиком, и переоденусь и пойду спать, как человек. А то как лежала, так это проснулась. Смотрю, Санечка бедненький там. Кое-как где-то там пристроился, укрылся. А я прям на кровати, прям на одеяле, на покрывале. А на заправленную кровать легла. И этим же покрывалом, то, что на кровати, с другого конца подцепила и накрылась. Вот, сейчас посмотрим, что. Баранки ели. Еще здесь эти губки для тела лежат. Смотрите, как удобно. Смотрите, как удобно. Помыл. И все стекает. А то вечно виноград намоем, и в этой чашке внизу он булькается. Видите, как удобно. Такой виноград сладкий и недорогой, 80 рублей. Знаете, что жевать могу, но у меня попадает вот этот сок. У меня как оголенный нерв. Вот именно от жидкости. Пройдет, не знаю. Что там на улице творится? Видите, время сколько, ребятки? С Новым годом, с новым счастьем. Вкусно. Мне понравился этот магазин.
доброцен. Очень. Был бы он поближе еще к нам. Было бы в светофоре такой же ассортимент. Но вы знаете, в принципе, тот же светофор, только больше ассортимента. Намного. Ну, есть такие вещи, которые в светофоре, которых в доброцене нет. Но овощи дешевле, там чеснок какой шикарный. Помидоры по 70 рублей, в Пятерочке 90. Сейчас вам покажу, ребятки. Вот эти сырки в Пятерочке стоят под 70 рублей, а доброцен 31 рубль. Представляете, какая большая разница? Ну. Уже утро, я проснулась, я попробовала пожевать этой стороной, правой. Жуется у меня все хорошо, не так, как раньше. Знаете, вот прям вот надавливается пища, вот прям могу смело, видите, вот. Но пью чай, вот просто чай комнатной температуры. И у меня как по зубу, как по оголенному нерву. У меня такая боль идет. Прямо она аж вот такая. И еще если вот так сделаю, вот так, у меня тоже как по оголенному нерву. Это я здесь сделала. Здесь я так делать не смогу. Вот я думаю, причину уже нашли, что у меня там было. Но, наверное, нужно чем-то помазать, да, вот это, когда эмаль сходит. Как вы думаете? Вот я, наверное, думаю вот так вот. В этом причина. Но, вот как говорят, да, вот, как вы так можете хрумкать? Так вот у вас все хрустит. Ну, потому что зубы. Никогда я зубы свои не запускаю. А это вот так получилось. Не до зубов было. Потом. Всегда видели, да, что зуб, я сразу бегу. Чуть что звоночек, я сразу бегу. Я не запускаю. У меня этот зуб живой, в нем есть нерв. Вот. А воздух, вот так вот, если здесь. Или попить чай, или просто воду. У меня идет прям до мозгов боль. Наверное, надо помазать. Ну вот сегодня четверг, это видео я сейчас смонтирую. И сейчас оно будет утром в YouTube. Вот. А завтра у нас праздник и станица. И у нас не будет работать стоматология. Только в следующий понедельник. Скорее всего, нужно идти, да, сейчас. И наверное, помазать, да? Помазать вот этим. Штукой. Вот. Сейчас вчера я не смогла, у меня вчера такое состояние, я говорю, было вообще, это ужас просто, у меня в первый раз в жизни было такое состояние. Сколько зубов лечила, отходит, а как я отходила от этого наркоза, это просто ужас, это как будто у меня был наркоз, я не знаю. Ну вот так вот у меня. И я ничего не показала, что какие цены, что чего, почем купила. Ну ладно, это все мелочи. В следующий раз. Сейчас покажу, что я купила этот. Какие витаминки купила, ребятки. Может, кому понадобится, сейчас покажу. Смотрите. Это я в апреле была. Сетевая штука. Значит, вот эти взяла. Тут тоже есть витамин А или Е. Да, я сейчас знаю, многие напишут. Люба, здесь только химии. Ну, вот я... Опять же таки, все у меня с головы слетело, что весной и осенью я каждый год детям даю пропивать витамины. Вот. В этой коробке здесь есть витамин А и витамин Е, смотрите. И есть вот этот холин. Холин. Видите, вот. И йод есть, и цинк есть. Это неплохие, это хорошие витамины. Это значит, детям утром и вечером по... Ну, это, видите, вот мишки. Мишки. Вечером, утром и по одной вот этой жевалке. Так. Ну, смотрите. Мне сказали купить вот такие, вот витамин А. Витамин А это капсулы. Ребятки, это только не слушайте меня, потому что это надо, как вот говорят же, ну, когда идет насчет лекарства, то не каждому можно. Мало ли у кого противопоказания есть, надо проконсультироваться с врачом. Вот, мне сказали в комментариях, что либо купите витамин А, они в капсулах, и вот эту капсулу лопаете, и ручки прям вот так вот делаете, ручки. Вот, я купила витамины. Также нужно пить. Вот, это два раза в день.
по капсуле. Можно пить, например, или Рома будет пить утром такую таймишку, или утром вот эту, а вечером эту. Вот. Они не помню почему. То ли две пачки вышло за 60 рублей, то ли одна пачка 60 рублей, что-то в этом духе. Я вот взяла две. Вот. Тут витамин А и витамин Е. Это тот же самый А, Е, вид. Вот. И смотрите, что еще взяла. Вот такой крем. А у меня бумажка там. А, у меня, по-моему, в кошельке, я не знаю. Где у меня этот чек, мек, нету. Крем тоже, видите, и А, и Е. То есть капсулу не надо бомбить, а вот сразу же этот крем. Тоже он вообще недорогой. Это все в аптеке. Вот он. Он для лица, и сейчас настрою, для лица и тела, питает кожу, снимает следы усталости и стресса, повышает эластичность кожи. То есть, ну вот он, А или и Е, и вот он, мне кажется, тоже пойдет вместо этих капсул, да? Вот ребенку, например, удобно будет, не сильно жирно будет, сколько надо, взял. Так, ну вот он. Вот он. Пахнет, как будто травяной. Вот он. И взяла еще вот так уголь активированный. А, вот такой крем взяла. Я его обожаю, детский крем. Ребятки, он вообще дешевый. Он 40 рублей не стоит. Но он такой супер. Он так пахнет. Он, знаете, здесь, значит, видите, депантенол с календулой. У него такой запах приятный. Недорого, да? И вот у нас вечно, знаете, как крема не заканчиваются и вечно выкидываются. Вот. А здесь как раз такой маленький этот. Ну, 45 миллилитров. Такой запах. Вот свежий, свежий. Не приторный вот этот, как раньше были детские крема. Вот такие киселечки взяла тоже в аптеке. Это льняной. Персиковый без сахара. И овсяный. Что-то мне не нравится. Съемка, блин. Овсяный, льняной. Еще здесь какой. И еще льняной. Персиковый. Тоже в аптеке все. И аскорбинку взяла вот. Тоже. Так, сейчас подождите, я посмотрю. У меня в кошельке что здесь происходит. Шапка. Так, это не то. Сейчас. Сейчас, ребятки. Здесь тоже не то. Господи, боже мой, это кефеси. Короче говоря, нету у меня здесь ценников этого, куда-то я его дела. Ну вот что хочу сказать. Вот этот крем, он 105 или 106 рублей стоит. Ну вот такие вот витамины. Вот он. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Будем все. С сегодняшнего дня начнем пить, мазать. Спасибо огромное. Ком. Сейчас нужно одеть носки. А, смотрите, что вот. Макароны же еще купила. Вот видите, попались. Вот в этом доброцене. Не знаю, как они себя поведут. Ну, сколько здесь стоит? 3 килограмма стоит 144 рубля. Потом, как сварю, скажу, хорошие, нехорошие, развариваться, не развариваться. Вчера вот эти все сумки были. Видите, все их вынесло сюда, чтобы убрать обратно в машину. Так, и чеснок у нас. Вот этот я вчера взяла. Он вообще супер классный, но он, видите, он какой длинненький, такой сейчас еще не раскрыли. Я говорю, вчера на такое состояние бросила эту сумку и все. И говорю, все. Он крупный. И, видите, он такой, такое ощущение, что он молодой. Когда-то недавно был. Ну, головки вот. То есть огромный. 157 рублей в доброцене. Вот он. Мальчик гулящий. А, Верочки, видите, вот калошки взяла, чтобы во дворе бегать. Большие. Ну, ничего, с носочками теплыми пойдет. Мальчик. У нас пасмурно, холодно, очень холодно. Так, сейчас, что мне надеть? У нас все калоши здесь. Вроде бы просветы, но шел дождь, видите, вот. На улице холодно. Надо пройти сейчас. Диклофосом попрыскать цветочки. Сальвия вон красная еще. То есть мороза не было. Вот так что вот такие дела. Все, ребятки, я буду закругляться. И сейчас буду думать, что мне делать с этим зубом. Или ехать, или это пройдет, эта боль, которая от воды, от воздуха. Даже не знаю. Все, ребятки, всем спасибо.
за советы огромные. Всем пока-пока. Идем домой. Идем. Трясогусятина. Пошли.